Так иду на работу устраиваться. Какой-то странный мужчина отвечал по телефону. Буду записывать. Можно? Что-то никого нет, что ли? Никого нет. Ой, а кто это разговаривает? Я по работе пришла. А, по работе? Ну, заходите, проходите. А кто здесь? Никого нет, что-то. А вот и я. А что там? Это там кабинет, что ли, у вас? Нет, я просто ждал других людей, а вы пришли вы. Ну, ага. Проходите, вешайтесь. В смысле вешаться? Я не хочу вешаться. Ну, одежду я имел в виду. Да я не знаю, что-то у вас как-то прохладненько. Садитесь, давайте, у нас отопление просто не работает. А почему оно у вас не работает? Так оно не оплачено, потому что. А почему отопление не оплачено? Вы садитесь, и мы с вами пообщаемся. Так, ага. Вы у нас на должность директора, да? Да, директора. Вот здесь вот будет ваше рабочее место. Ага. А что вы печатаете? У вас даже системника нету. Клавиатура же есть. Вот печатаю. Ну и что? А что у меня? А у меня даже клавиатуры нет. Ну это поначалу нет. Вы же будете работать, будете зарабатывать, и купим вам и клавиатуру, и потом системник даже. А вы так без системника, да, просто печатаете? Я просто печатаю, я же вам сказал, у меня есть клавиатура. Ну что ладно, вы? Ладно. Вы задаете не те вопросы. У вас цветочек засох почему-то. Это устал, наверное. Цветочек засох, потому что сотрудники, которые его поливали, их сейчас нет. Кстати, да, а где предыдущий директор? Почему директор ушел? С бухгалтерии, они сейчас уехали отдыхать. Да, отдыхать? Вы отпуск даете? Да, они уехали на базу. На базу? Ну, на базу отдыха? На базу, скажем так, да, отдыха. Ясно. На несколько месяцев или как ага. Пойдет. Что-то у вас тут крыша, что ли, протекала как-то. Что у вас тут такое вообще? Как-то ремонта нет. Так, подождите, я вот тут записал про вас. Диван какой-то странный. Тут заметка была про вас. Вы присаживайтесь, я вам хочу вопросы позадавать. А, за вопросы? А можно я постою, а то как-то холодно. Опыт работы у вас какой, подскажите? Ну, у меня большой опыт работы. Вот, кстати, в чем мои обязанности это заключается? Вы подписывать умеете? Подпись у вас же есть? Ну, я умею подписывать. Все замечательно, тогда вам практически ничего делать не надо будет. Ну, кроме того, что мы зарабатываем деньги. Я буду приносить в конце дня пачку с документами, вы их подписываете. А чем контора-то хоть занимается? Контора занимается зарабатыванием денег. Мы крутимся, мутимся, и вот ваша задача будет, как говорится, сидеть здесь и... Вы будете лицо компании. Посмотрите, какой шикарный из окна вид. Не, я что-то это, наверное... Посмотрите, потому что такие виды, как у нас, вы еще не скоро да можете увидеть. Я оттуда спрыгать не собираюсь смотреть. Не, такие виды, как у нас, вы просто вам надо посмотреть, потому что вы больше такое можете не видеть никогда в жизни своей. Почему? Я не боюсь вас. Можно я пойду тогда, наверное? Ну, если не хотите директором работать, у меня есть еще должность главного бухгалтера. Правда, здесь нет пока ни клавиатуры, ни... Мышки даже не... Вообще понизили, да, бухгалтера? Нет, ну здесь стул, есть стол, вы можете вот шкаф тут с документами. Да, у вас что, даже документов нет, а где ваши все документы? После обыска, правда, после выемки, в общем, документы, у нас был пожар, как бы здесь вот. Пожар, по-моему, у вас здесь поток был, а не пожар. А вы белить стену умеете? Я буду клеить. Не буду белить стены. Ну, тут надо немножко потолки еще поменять. Как у вас тут с этим? Нет, это. Я, наверное, пойду. Спасибо вам. Ну, вы оставайтесь, я вам найду работу обязательно. Ну, хотя бы там... Обратно в шкаф? Пойдешь там вниз, это водички набери тогда, там, поставишь около этого. Да нет, не надо. У вас там что, бутылка грязная. У нас зарплата хорошая. Не надо мне, спасибо. До свидания. У нас белая зарплата, оставайтесь. Зато деятельность черная, да? Какая черная деятельность? Смотрите, у нас вон даже... Все есть. Да я вижу, как тут засох, компьютеров нет, документов нет. Я вас уговаривать не буду, все тогда, я ваше резюме выбрасываю. Бухгалтерия уехала. Ладно, до свидания. Охрана, вы видите у меня пациента нездорового какого-то?